Ребят, всем привет. Сегодня я хотел бы сделать прогноз на Кубок Италии, где Ювентус будет принимать Миланский Интер. Первый их поединок в Милане закончился победой Ювентуса 2-1 благодаря дублю Криштиану Роналду. Таким образом, Ювентус на выезде победил Интер со счетом 2-1. В этом же поединке они встречаются в Турине. И я, исходя из предыдущего ихнего поединка полуфинального матча, я думаю, что здесь они как минимум обменяются голами. Я думаю, что Ювентус у себя на поле, скорее всего, не проиграет. Я думаю, что если он сыграет в ничью, то я думаю, что это для него будет хорошо. Что касается Интера, после первого поединка его не спасет даже 1-0. Ему надо как минимум дважды забивать ворота Ювентуса. Так что вот такие вот дела. Мой прогноз на этот поединок: обе забьют. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропустить свежие прогнозы от меня. Всем приятного футбольного вечера.